Всем привет. У меня есть знакомые, которые поснимали защитные кожухи, чтоб легче было косить. Мое мнение, не нужно этого делать. Посмотрите, что произошло с нашим электротриммером. Во время работы на нож намотала кусок стальной проволоки, и этой проволокой разорвала кожух. Если бы кожуха не было, возможно, была бы травма. Заводской кожух пластмассовый. Он состоит из двух частей. Разорванную часть мы отсоединим и вместо нее сделаем такую же по размерам из оцинкованной жести. И соединим их между собой тремя болтиками диаметром 6 мм. Самодельный кожух получился незначительно тяжелее заводского, но зато намного надежнее. Нож у нас также самодельный. По подсказке можете посмотреть, как мы его сделали. Косить стало намного эффективнее. Коса осталась практически того же веса. Рабочая часть по весу аналогична двигателю. Вот результат работы нашего доработанного электротриммера с самодельным ножом. Усовершенствованный нож косит лучше лески и, естественно, долговечнее. Единственный недостаток то, что он сильно измельчает траву и получается не очень качественное сено. Зато для мульчирования материал отличный. И газоны получаются подстрижены более равномернее.